Всем большой кубанский привет! Сегодня я видео начинаю с нашего птичьего двора. Периодически меня спрашивают, где мы живем. Проживаем мы в Краснодарском крае, в Анапском районе, в селе Юровка. Лето подходит к концу, времени от сада и огорода становится побольше. И, как сказал Женя, становится скучно. Поэтому сейчас уточек покормлю и покажу, чем он занимается и какая у него есть задумка по строительству на нашем участке. А вот кто с нами давно, помните, что весной у нас было нашествие кого-то. Утащили у нас утку на яйцах и кладку из-под второй утки. Но больше этого не повторялось, потому что мы стали закрывать на ночь всех под ключ. Но птица была напугана, и одна из уточек так больше и не смогла сделать гнездо. А вот вторая вывела нам 10 утяток, и сегодня им ровно месяц. Очень эти друзья шугливые. Так, обожают, конечно, они огурчики. Очень любят арбузики. Даем помаленьку всем. Всем хватает. Надеюсь, выйдите, пощипайте маленько арбузика. Ешьте. У нас со стройками уже все закончено, около дома, в доме, да, вся придомовая территория, вроде бы все нормально. За 9 лет сделано все, что нам нужно было. Единственное, вот этот вот блок в птичьем дворе у нас, ну, как бы нетронутый. Конечно, здесь какие-то клетушки, все это мы подделывали. Вот эти вот мелкие птичники, все мы уже делали. А здесь вот у хозяев было много скотины, в том числе и крупный рогатый скот они держали. И вот эти вот большие сооружения, дощатые, вот каменные, все это у них шло для содержания крупного рогатого скота. Там, вот, где сейчас Женя находится, там у них был сенник. Ну, конечно, нам не надо столько всего, и оно для нас сейчас бестолковое, просто захламляется, вот, и все. Здесь вот у людей сенник был. Вот столько добра Женя уже с этого сенника вытащил. И вот столько еще там есть. Он сделанный дощатый, только задняя стена вот капитальная, а здесь вот все из досок. Тебе в спальню тумбочку готовлю. Спальную тумбочку? Да. Это мне? Да. Ну круто. Потом на саморезе зеркало прикручу и будет тебе трюмо. Здравствуйте всем. Вы, наверное, застали меня в самом таком процессе, в грязи, в пыли. Убираю наши пожитки, привезенные из Сибири, выкидываю все на улицу, чтобы освободить вот эту вот площадь, так называемый сенник. Ну, вы видите, как здесь все устроено. Явно сенник, чтобы было больше дыр и больше ветра, чтобы сохло сено, или, точнее говоря, чтобы продувало его. Ну, все, это буду демонтировать, на дрова, шифер снимать, крышу разбирать. Я уже рассказывала вам, что у нас здесь вообще ничего не хранится. Все, что вырастешь, вот нужно моментально все это куда-то девать. Без холодильника никуда. Думали мы в погреб поставить кондиционер.
несколько лет этот вопрос как бы так назревал. Ну вот тут Женя решился. Не знали, где придумать место. Но раз вот это помещение, оно нам не надо, сенник нам не нужен, поэтому будем вот это все демонтировать. И на этом месте делать капитальное помещение. Здесь уже у него будет и винобудка так называемая. Винобудки он мечтал уже много лет. Вино тоже у него настаивается, где придется, хранится в погребе, а там тоже тепло. Поэтому вот он хочет создать здесь идеальное помещение, чтобы летом было в нем прохладно, а зимой тепло. Работы, конечно, здесь очень много. Хотя бы сейчас разобрать то, что здесь есть, потому что битком было все забито. Сейчас, конечно, еще очень жарко. Не знаю, Женя взялся, может быть, рановато. Нормально. Нормально. Надо было маленько еще потерпеть, недельку, две, может быть. И потом уже начинать что-то делать. Терпения нету. Ну, я понимаю, что нету. С Божьей помощью, с какой-то матерью, мы решаем все вопросы. Слушай, а покажи, покажи этот сундук. Вот он. Этот сундук был привезен тоже с Сибири. Это еще мой дед делал. Дед твой делал, да? Это сколько ему лет, Женя? О, вот тут надписи есть, почитаем. 27 вот мая опоросилась. 22 января. 54 года. Что? По... Так. Погулялась. А, погулялась. То есть это корова погулялась. Корова погулялась. Или свинья, то есть смотря кто. Да. Так, а здесь что? Опоросилась тоже, да? 27 января опоросилась. Или 22. Или 22. Свинья, вот написано. Свинья. А, свинья. Опоросилась. Слушайте, так интересно. Что здесь еще? Корова. Корова. Отелилась. Отелилась. Тут раньше было, как их называется, облигация или что было? Угу. И вот эта крышка была почти обклеена. Ну, не вся, но вот. Эта часть точно обклеена была. Ну, ясно. А дед делал. Вот. Если дед посмотреть, то тут не видно. Дед сам делал, да? Все сам делал. Там еще маслобойка у нас есть, дед, которую делал сам. Смотрите, вот такая вот. Да, она, вон, видишь как. Вот такая штука. Слушай, это мы когда переезжали, специально закладывали, да? Чтоб наверное, она... чтобы не билась. Чтобы она не билась. Угу. Вот она. Вот, еще как время покоцало. Ну да. Сметана все выработала с маслом. Вот смотрите, вот такая вот. Видно, не видно. Вот так вот на солнце сейчас я. Там еще мешочек. Вот туда заливается сметана. Ну, заливали мы не сильно много. Где-то вот так. Одну треть. Ну да, где-то одну треть мы заливали. Потому что когда вот начинаешь ее бить, она потом как пенится, да, и ее становится много. И вот покажи, я вот так вот подальше отойду движениями. То есть сметану туда заливаешь. И вот такими движениями. Да, вот так ее бьешь. Она взбивается очень быстро. И оттуда вытаскиваешь уже комок масла. Да. Комок масла. Вот такая штука. Не знаю, лежит. Для чего не знаем, но лежит. Это вот все делал дед. Твой дед. Да. Твой дед все делал. Да. Он сам все делал. Ему даже вот люди в деревне ходили, заказывали. Что именно, не помню. Но факт, что по дереву. А, эти бочки. А, бочки. Или делали, как да. Их катками, да, называли. Ну, катки, да. Катки там. Ну. А мы приехали за водичкой.
на площадку сюда мы не смогли поставить машину, потому что приехали такие ширпотребовские тряпки к нам. Еще да, ездят еще. Еще ездят. Вот посмотрите, вот так у нас валом можно что-то купить. Можно пройти, покопаться. Ни разу не покупала здесь, даже не знаю, чем торгуют. Но можно. Столько всего много. Они уже и без рукавочки пошли. Штанишки теплые. Уже на осень ориентирован товар. Да, ну так интересно. Все валом, все в мешках. Это уже из таких из далеких, не знаю каких, 90-х годов. Так интересно. Ну, еще существует такая торговля. Да. Литр 4 рубля, 2 литра 8, 5, 20 и 19 литров 76 рублей. Вот такая вот у нас водичка. Ну, хоть она и не живая, но зато чайник от этой водички чистый. А мы уже, знаете, раз на колесах приехали к родителям Жениным. Они у нас живут на соседней улице, вот в таком двухквартирнике. Тоже перевезли их из Сибири посмотреть виноград. Посмотрите, какой тут шикарный виноград. Он очень хорош для вина. То есть вино из вот этого винограда — это мое самое любимое вино. Называется Кадрянка. Посмотрите, какие у него тут шикарные грозди висят. Вот мы приехали оценить его состояние, насколько он спелый, потому что потихоньку уже начинает капать. И чтобы он весь не выкопал, нужно этот момент не упустить. Ну-ка попробуем его. Ой, какой он сладкий. Прямо как наше вино. Объедение. Ну, знаете, его нужно довести до нужной спелости, потому что если слегка над зелень, ты еще можешь его покушать, то для вина надо его прям, чтобы он выстоялся хорошо, набрал сахара. Так что, а вот он течет, вот так вот он течет. Если с ним ничего не делать, то он может весь так и вытечь. То есть начал течь сок с него, поэтому это призыв к тому, что пора уже снимать его на вино. У нас все позатянуло. Вот такая вот погода. Может быть, хоть дождик какой-нибудь капнет. Хоть 2-3 капли. Мы были бы не против. Купили, кстати, мы еще килограмм горчицы. И сейчас Женя... Здесь вот, где у нас арбузы были, это вот он кучки собрал, раскидывает еще горчицу по арбузной деляне. И там с той стороны тоже, где дыни были, раскидает. Ну и, наверное, здесь вот еще пройдет раз, где не взошла горчица, еще добавим. Ждали вот этого момента под дождик. Ну, не знаю, будет он или нет, дождь. Ну, что-то две капельки каких-то вот на меня сейчас упало. Так, а у меня... Пока Женя там работает с горчицей. Поспела клубника. Хотела ее завтра собрать. Но дождик. Надо сейчас, наверное, все убрать. Очень приятно в конце августа.
покушать свою клубничку. Для нас это роскошь, потому что ремонтантную клубнику я никогда не выращивала. Вот весной покушаем в мае месяце, в начале июня, и все. Женя взял деревянные грабли, чтобы хоть немножко заборонить раскиданную горчицу. Знаете, мы когда походили, обследовали землю, где не взошла горчица с фацелией, все-таки мы решили, что ее выдолбили птицы, потому что, ну, видно прям вот долбленная вот так земля. И, может быть, вороны это были, потому что у нас сейчас начались нашествия ворон. Вроде на полях еще есть что поесть, но уже собирают, начинают по садам. Скоро начнут в огородах, в садах яблоки долбить. Вот еще от них будем спасаться. Грецкие орехи собирать будут. Двойную работу делаем, ну а что сделаешь, да? Кстати, в этом году очень крупный китайский финик, или унаби, как его еще называют. Как-то его не очень много, ну хотя есть. В том году вообще было усыпано. Да есть, а почему кажется мало? Потому что вот здесь вот уже начинают некоторые плоды уже так бурить помаленьку. А вот на концах веточек, посмотрите, еще вовсю они цветут. Видите? Зависть есть, и они еще цветут. Завязываются. Вот они. Оно, может быть, и лучше. Подольше будет плодоношение. Видите, как он цветет. А вообще, когда вот он летом цвел, такой запах от него сладкий стоял. Очень вкусно пахнет. Сейчас уже... Нет, и сейчас пахнет. Пахнет сладким-сладким пахнет. Ой, как пахнет вкусно. Жалко, камера не передает вот этого запаха. Вот так цветет унаби. И сразу там, вот видите, завязываются такие вот крохотульные плоды, которые превращаются вот в такие крупные финиковые плоды. Это наше, пожалуй, последнее лакомство осенью. В саду уже ничего нет. А финик вот этот плодоносит, спеет и нас радует. Вот такие вот чудесные витаминки в конце летнего сезона. Раз дождик не расходится, я расположусь здесь, в полевых условиях. Набрала земли. И сейчас хочу отсадить немножко усов клубничных.
потому что несколько кустов, я вижу, у меня пропадает. Поэтому осенью буду подсаживать новые кустики. Так, накручу сейчас стаканчиков. Эти у меня пленочки остались от весенней рассады. Это вот от дынь. Я их не выбрасывала. Сейчас сделаем стаканчики. И туда буду сажать усы клубнички. Вот, все, вот один стаканчик готов. Как раз здесь я сижу около подходящих усов. Так, здесь один, два. Ну, отсюда сейчас два сделаю стаканчика. С одного куста тут хороших два уса выходит. А вообще вот этот сорт клубники Мурана очень плохо дает усы. Их очень мало. Ну, с одной стороны, это и хорошо, что летом не требуется большого ухода по обрезанию усов. Но с другой стороны, ее не просто размножать, да, из-за того, что мало усов. Так, ну что, давайте посмотрим, что здесь. Так, вот он первый от основного куста. Так, я сейчас его прищипну, это все выбрасываю. И сюда стаканчик я его поставлю. Так, давай, давай, давай. Вот таким вот образом немножечко землю еще присыплю. То же самое проделаю со вторым усиком. Уже начинают корешочки появляться. Давай туда. Вот так, сейчас мы его польем, присыпем и под мамкин кустик его поставим. Моя задача будет только следить, чтобы земля не пересыхала сильно, своевременно поливать. Так, давай, давай, там вот так, вот так оставайся. Что-то ты уже поменял деревянные грабли на железные. Горчицу ничего не ломаешь? Нормально, да? А? Не всю. Не всю. Что-то ломается. Слушай, ну а если сейчас дождя не будет, опять не знаю, будет толк или нет. Не знаю, что будет. Но. Да. Поливать будет. А, поливать. А кого тут поливать-то? Семена. Ну. Слушай, а ей ничего не делается. Чё, она вся живая? Она вся живая, да. Вот бы дождика хоть немножко. Вот так я их под мамку поставила.
два вот этих кустика. Все, пускай она их кормит, питает. Потом, когда корешочки здесь появятся в этих стаканчиках, тогда я уже от мамки ее отделю. Так, ну и таким вот образом мне, наверное, штук 5 кустиков надо сделать, чтобы подсадить. А я между делом, раз здесь стою, вам яблочки покажу. Начинается у нас яблочный сезон. Самые вкусные яблоки — это яблоки осенние, которые сейчас начинают помаленьку поспевать. Также слива. У нас вот еще одна стоит. Я вам ее не показывала. Это слива Стен Лейн. Вот такие у нее очень крупные плоды. Но она еще прямо зеленая. То есть это поздняя слива. Как раз у нас уже все сливы помаленьку отходят, которые около дома. И колонку я вам показывала. Урожайная в этом году. Много плодов навешала. Ну, еще зеленая. Ждем ее поспевания. Вот сделала еще вот такие вот скобочки с мягенькой проволочки. Вот так вот сейчас немножечко пришпилю. Знаете, на всякий случай, чтобы он оттуда не выскочил. Также я этот сейчас сделаю. Надежненько уже все было. Потом, когда пересаживать, вот эту пленочку размотаю, и уже корневая система будет целая, не нарушена. Ну, вот мы-то подсуетились, конечно, свои дела все поподелали, Женя все забаранил. Ну что, горчицу не нарушил он, все нормально. Будем надеяться, что что-нибудь поднимется все равно еще дополнительно. Ну вот я говорю, мы-то подсуетились. А дождя-то нам, походу, и не светит. Все разъяснилось. Ну, вот такой вот у нас дождь. Ждем, ждем. Только соберемся под него что-нибудь поделать. А он испугается и убегает от нас. Так что, походу, без дождя мы опять сегодня. Ну, а я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что вы этот день были вместе с нами. Спасибо за ваши добрые слова, за ваши комментарии. Переходите на Дзен, на телеграм-канал, если желаете, конечно. Там мы появляемся намного чаще. Ну, а на сегодня все. Пока-пока и до новых встреч.